Постройка незаконных гаражей и безответственное отношение к животным. Эти темы обсудили в мэрии областного центра на съезде ассоциации Совета муниципальных образований Магаданской области. В год специалисты отлавливают около 300 собак. Как отмечают эксперты, для того, чтобы число безнадзорных животных снижалось, нужно стерилизовать их и обеспечить местами в приютах. Все чаще появляются сообщения о том, что люди относятся безответственно к братьям нашим меньшим. Поэтому окружающие подвергаются опасности, уверяют специалисты. Было доложено, что без поводка, без намордника и так далее. Раньше эта норма была, и мы привлекали одно время к административной ответственности. Сейчас этой нормы нет, поэтому главы районов, которые принимали участие, поручили мне от имени Ассоциации муниципальных образований подготовить инициативу в Магаданскую областную думу, а Магаданская областная дума является субъектом законодательной инициативы при принятии российских законодательных актов, внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы можно было людей, которые нарушают эти правила, которые создают вот такую нервозную обстановку в городе, все-таки наказывать. Еще один вопрос, который обсудили на заседании – незаконное размещение гаражей на территории муниципалитетов. В Магадане их около 150. Множество таких построек не оформлено в собственность, поэтому распоряжаться ими нельзя. Теперь действует гаражная амнистия. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 6 апреля 2021 года. Закон дает право в упрощенном порядке оформить недвижимость. Благодаря этому, отметил мэр Магадана, казна сможет получить дополнительные доходы. По списку вот все...